По данным Департамента здравоохранения, уже более 130 тысяч человек прошли вакцинацию от COVID-19. Активно идет прививочная кампания и в Миленске Стародубского района. Жители не скрывают, ждали, когда можно привиться. И вот все спешат к Валерьевне, местному фельдшеру. О важности вакцинации понимают все. Глава администрации Александр Подольный рассказал федеральным СМИ. Он привился один из первых еще в октябре и своим примером показал важность вакцинации. Беседую с жителями, и объясняю. Никто не умер от прививки, никто плохо себя не почувствовал. Народ все-таки больше стал понимать, что здоровье – это прежде всего. Да и в целом прививочная кампания активно проходит по всему региону. Прививаются целыми заводами. Одно из ведущих предприятий региона «Бежецкая сталь» активно участвовало в вакцинации. Большая часть сотрудников уже привилась. После сегодняшнего выступления я решил, что надо привиться, надо сделать прививку, чтобы обезопасить себя. Расскажу родственникам, тоже постараюсь убедить их, что необходимо привиться. В этом году не будут останавливаться рабочие смены на заводах, не будет прекращена работа в полях. Вакцинация проходит в 66 прививочных пунктах. Работают мобильные прививочные станции в торговых центрах. Привиться можно в любой день. Помните, ваше здоровье зависит от вас. Екатерина Пенько, события Брянск.